Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Экшн Джона Ву, Школа Дрифта, Пошаговая Ролевушечка, Бегущий Призрак, Гонки на танках, ну и, конечно же, куда без зомби-апокалипсиса. Приступим! Бластроук и Джон Ву Гейм — это крутая экшн-бродилка в стиле фильмов легендарного Джона Ву. В роли девушки-телохранителя тебе предстоит провести своего клиента по опасным улицам Гонконга и Пекина. В игре отличная стилизация и дофига как огнестрельного, так и холодного оружия. Так что улицы будут залиты кровью. В Drift Zone тебе предстоит добраться из точки А в точку Б, используя только дрифт. Тебя ждут 5 сезонов, 16 уровней, индивидуальная настройка авто и крутая графика с блестящими дисками, ярким солнышком и переливающимся асфальтом. Хоть и просто, но смотрится круто. Ренкаунта — это пошаговая ролевая игра с великолепной графикой, необычной механикой и интересными боссами. Вы отправитесь в древний храм, населенный монстрами, духами и призраками. Но учтите, что для удачного прохождения вам понадобится 2 гига оперативы. Ну и, конечно же, доблесть и отвага в сердце. Go-Go Jost — это забавный и качественный аркадный раннер. Главный герой — призрак, который бежит вперед по каким-то личным причинам, о которых нам не удосужились рассказать. Ну да ладно. Основной особенностью игры является не бесконечный забег, а множество уровней с финалом и боссами. В игре, как ты заметил, классно прорисованная графика и интересный геймплей. Так что в выборе нового раннера ты не прогадаешь. Racing Tank 2 — это продолжение гонок на танках. Не нравится, что соперник тебя обогнал? Так подорви его к чертовой матери! Тебя ждут 25 танков, мультиплеер до 5 игроков, 6 местностей для заездов и новые возможности трансформации танков. Ну и последняя игра, о которой я хотел тебе рассказать, это Z-Hunter. Это довольно крутой снайперский экшен про очередной зомби-апокалипсис. Так что же в ней есть, чего нет у других подобных игр? Спросите или не спросите вы, а я все равно отвечу. Ну, тут 150 разных миссий, 4 режима игры, интересное задание, стрельба в слоу-моу, неплохая графика и баба-снайпер с губами тупой утки. В общем, теперь ты типичная ТП с нетипичным призванием спасти мир. Думаю, тебе понравится. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.